Приветствую, дорогие друзья! С вами Кейстример, и мы продолжаем наше прохождение Magicraft. Так, в комментариях написали, что мое прохождение — это чистое везение. Я думаю, все-таки не так. Давайте это опровергнем. И пройдем еще раз изи. На изи. И грибочки. Всех выносим. Ключик выпал. Плохо. Давайте три щита. Сундук спрятали. Прикинь. Давай по колючкам. Выходи. Вот это мне нравится. Отличная штука. Я бы еще вот это залокал. Давайте spell room. Хотя в заклинаниях я, конечно, не разбираюсь. Но хуже, чем в заклинаниях, я разбираюсь в способах. Плохая штука. Так, а здесь ничего нет, интересно. Как-то спрятали чего-то один раз в жизни. Я теперь думаю, что что-нибудь пропущу. О, дисконт. Мне говорили про котиков, что котики — отличная тема. Я тут сделал 15 котиков через книжек. И оказалось полный отстой. Ну, то есть против обычных противников неплохо, а против боссов вот эти котики не особо. 15 котиков, если что. 3 книжки по 5 котиков. Не, наверное, давайте пойдем просто за заклинанием. Мана Дрейн невозможно использовать. А нет, а наибол. Невозможно объединить, чтобы получить со звездочкой.
восстанавливает ману, равную урону, который наносит. А, то есть, если какие-то усилки по урону, то будет восстанавливать ману. Может, это в каком-то посохе другом надо. Ну давай. Докажи, что ты реальный пацан. Бейся, бейся башкой. Попал-таки, вот хорёк. Давайте фанатик я возьму. Фанатик. Ну, такое себе, конечно. Нет, нет, нет. Не ешьте меня. Наверное, пока шапку возьму. Давайте еще реликт. Да, мана, конечно, это просто что-то с кем. Комнатки, как всегда, нет.
Не хочу. Тоже не хочу. Наверное, надо одну такую штуку оставить. Давай что-нибудь другой эпик. Занимает два слота. Плюс 120% урона. Плюс 120%. 30 стоит рерол? Вы охерели, что я рерол за 30 сделал? Ну, это неплохая штука. Так уж и быть. Добро. Никакого везения. Близко. Только скилл. Я СГ бабочек не хочу, хочу что-нибудь другое. Я бы даже обычный шарик. Бабочки. О, это не ужас. Да, мана, конечно. Такое себе, конечно. Не, не хочу больше. Никакого везения. Только скилл. Если тебе никогда не доставалась вот эта штучка, просто не умеешь гамы. Еще одна релика. О, вот это не очень. Смотри, ключик. Ключик — это хорошо. Я не очень понимаю, что такое. Ну, уменьшает урон, полученный до 1%. Только индискриминат. Надо было за. Ну ладно, возьмем. Раз редкое, значит, хорошее. Правда, может быть редкое дерьмо. Что поискать надо. Но думаю, это не. Мы играем практически в боулинг. Сейчас я выбью страйк. Смотри. Оп. Почти. К яду, блин, ну что хрень? Зачем мне это надо? Цепани. Конечно. Слот уменьшен в бэкпеке. Вообще на изи. Минус 4 хп, когда ты используешь зелик. Возьмем. Замедляет время на 12 секунд. Отстой какой. Теряешь монетку, каждый раз хочешь. Какого дерьма я набрал? Редко. Thank you.
Ну тогда же интереснее. А у меня шарики поинтереснее получается. Отдача, видимо, от заклинания идет в обратном направлении. Давайте просто заклинание наберем. Так, когда погибаешь, возвращаешься с 50% хп, реликвия исчезает. Это мы, наверное, возьмем. Никакого везения. Чисто на скеле проходит. Погнали в магаз. Неплохая штука, но кулдаун очень плохой. Монетка. Это лучше, чем мы, наверное. Кулдаун, конечно, 0.5 тут. Так невозможно сравнить. Как долго набирается. А так нельзя.
Хреново. Непонятно, что взял за такие бабки. Чёрти чё, набрали. Мастерски ликвидировал. Ну ты чего, не можешь попасть, что ли? Протягивай руки. Я думал, сейчас открою еще один проход. Кстати, опять зелень не использовал, чтобы все было по дисконту. Ну, правда, у меня есть оправдание. Так, увеличивает или уменьшает? Ману, возьмем это, когда от проклятия избавимся. Если избавимся. Минус 8 хп за каждое использование изделия. Давайте. Пошел отсюда, пино. Сейчас обменяем нормально, наверное. Ой, блин, это... Так, да, так, 1, 2, 3, 4. Значит, 4. 4, 2. 4-2-2.
Значит, 4, 2, 2, 2. 4, 2, 2, 3. А нет, это было 4. 4, 2, 2, 3. 4, 2, 2, 3. 4, 4, 2, 2, 3. О, вот это интересно. 4 слота. Никакого везения, ни грамма. Только вот настоящее мастерство. Называется большой шарик. Кстати, вот это сюда можно поставить? А, можно вот так вот поставить. Первый. Терпимо, в принципе. Но надо еще что-то. Надо, чтобы все третьего уровня было хотя бы. С одной звезды. Лучше с двух. Так, что я могу тут еще улучшить? Никакого везения, ни грамма. В принципе, неплохо херачить. Давайте это менять. Бабки закончили. Суки. Надо подумать, что здесь ставить, не ставить. Ладно, разберемся.
Чистая победа. Чистый скилл. Ни грамма ведь. Суки. На длинные руки я доберусь. До вас всех. Вот хорёк. Ну, в принципе, можно и другой посох. Если вот эта херня ничего толком не наносит, то хрен ли ее включать вообще. Здесь надо или что-то другое. Урон-то маленький. У шарика 68. Короче... То, что у меня есть, конечно, я использую не очень здорово. Это я понимаю. Так, случайным образом что-то улучшить. Давай. И чё? О, неплохо. Плюс 40 к мане. Никакого везения. Никак. А это... Ну это что? Я не понял. Ну как так? Как так-то? Буду жаловаться. Ну, давайте попробуем перезапустить.
Неплохо, неплохо. За бабками. Нам не предлагают от проклятия избавиться. Можно реролльнуть реликвия. Соседней комнатки, конечно же, нет. Там наведение. Так ничего такое. Но можно было бы и получше. Немного урона, немного маны. Такое ощущение, что херня не влияет вообще. А, это спел эффект радиус, а это же не радиус шарика. Вот оно как.
Значит, надо взять что-то другое. Вот, давайте вот эту штуку давай. В принципе, нормальный так урон. Ладно, в следующий раз тогда. Призы. Удваивает количество ключей. Ладно, давайте, ну, у меня сколько эти 8 хп каждый раз, когда зелье. Конечно, заложник просто этой фигни. Плюс 15 к мане. Тут неплохо. Фартануло. Как нет ключа? Ну как нет? Так и буду с проклятиями с этими играть. Давай, до свидания. Ага, неуязвимость. Это что-то нечестно. Грязный трюк. Ну ты, ну. Дайте астероид возьму. Побольше шлака. Впечатляет? Слот каждому посоху. Да не надо мне никаких посохов. И без этого чувствую прекрасно.
Нормально это или нет? Сейчас разберемся. Ричворк? Ну, бабок нет. С радостью, брат. Понимаешь? Мои шары куда-то уходят все время. Дыру. Не, ну это шляпа какая-то. Стреляйте нормально. Не так-то просто, тем не менее. Не увеличит райдер. Ну мало ли, может он передумал. Бывает же такое. По-моему, тоже фигня какая-то. Никакой маны не хватит. Мне нужны посохи, которые ману восстанавливают. Просто в пассиве их держишь, а они ману. Вообще не думать. Ну, как я обычно делаю. Так как я зашел в тыл грамотно и четко. Просто военачальник. Проклятие? Больше урона от ловушек. Нахер это не надо. У меня вопрос, а вот моя черная дыра бы как здесь работала? Может, это тоже не так плохо, как я думаю. Надо было пробовать. Ну понятно, что шарик со звездочкой, наверное, покруче. Блять, как вовремя полечиться ты мне предложил. Молодец, красавчик. Нет, чтобы проклятие снять. Хрена себе. Блять, это как понимать, сука? Energy Storing Glow. Значит, шар, который хранит энергию. 250.
поглощает избыток маны из других посохов. Другие посохи могут использовать накопленную ману. Чтобы кастовать. Это надо взять. Так, значит. Так, рерол для реликвия. Так, все продается с дисконтом. Правильно? Какой-то веки не забыл нажать кнопочку. А вот это? Вот она где комната-то. Так, погоди, погоди. А проклятие есть? Ключи, рерол, спелс в бэкпэке. Убирает трансформ. Левитация. Что за дерьмо какое-то предлагаешь? Так, давайте подумаем. Рандомно убирает проклятие. Берем. Двадцать текущего хп в монетке. Так, рерольнуть реликвию. Так, удваивает количество. Так, все заклятия в бэкпэке. Ну, сейчас уйду так из магазина нахрен. А здесь вот, так, подожди, надо купить. Ну, нормальная тема. Мне нравится вот этот клуб. Хороший. То, что мне его дали, никак не связано с везением. Так, а заморозка мне нужна. Враг замораживает. Так, теперь надо удвоить количество ключей, да? А надо было сначала, а потом лечить. Так, и что делать? Можно купить вот эту штуку за 7. И рерол. Thank you.
Да, мне это все не нужно. Пусть будет природа. Нет, это мне все не нужно. Тут не обновляется ничего. Он говорит, хоть еще удвоим количество. Давай. Как 9 это стоит? У меня монетки даже нет. За трешку, ну дай за трешку. Опять мана закончилась. Так, скорость врагов увеличена. Нет, это мне не надо. Меня щупальца. Нет, не трогайте меня, суки. Такие длинные руки, давай монетку бери. Как я свои ключи когда монетизирую? Вот говнюк. Ну давай, давай, появись только. Это вот этот самый сильный. Типа. Элитный. Наверное, он. Не повезло, что на него попал. Блять, я думал, сэкономлю. Шляпа. Шляпа. Смотрите, нормально, к реликвии.
Увеличивает урон, наносимый самому себе. Ну, кстати, это можно взять. 2 монетки при смене локации. Давай. Говно предлагаешь? Меньше опций. Так, давайте поменяем реликвию. Потом увеличительное стекло, какая-то шляпа. Пусть будет корона. Проклятие снять. Никакого везения, никакого. Чисто на скеле вылез. Блин, лучше бы я лотерейных билетов купил, сука. Будем играть в такую херню. Или в покер сыграл. Говнюк. Нет, нет, сука. Видишь как, ну тут расслабился. Я могу и с таким билдом проиграть. Надо же, поймал, гаденыш. Ой, подлечиться предлагают. Никакого везения. Так, мне надо сразу улучшать, наверное, более высокий уровень. Так, подожди, что я должен улучшать? И запутаться тут еще не. Так, а если я вот эту штуку поставлю сюда, то как это будет? Ну, кстати, тоже неплохо. По крайней мере, хоть не отталкивает меня. Я все время чувствую себя некомфортно, когда отталкивает. Нормально. И эффект, наверное, тоже можно будет сюда взять тогда. А, только я его уже обменял. Размер по площади. Как поймем. Ну ладно, давайте начнем менять.
Немного урона хотя бы увеличить. Пусть ману хоть восстанавливаю. Нам бы вторую звездочку получить. И мы все с отстоем со всяким краем. Ну хотя бы так. Видишь, не повезло собрать нормально. Ну ладно, и так пройдем. А тут всегда что ли снимают проклятие у этого алтаря? Просто эта херня себя закрывает, поэтому я не вижу. Поджаривать, сука. Жарь, жарь, жарь. Восемь ключей. Это понятно. Не, я, наверное, возьму меч. Босс? Я не готов.
Отвяжись от меня, сука. Где восстановление маны? Отвяжись ты от меня. По-моему, чистый скилл. Напиши в комментариях, скилл это или не скилл. Так, а вот это что? Давайте смотреть. Внимательно только. Ага! Ага! Ничего себе! Да я думаю, те, кто мне пишут в комментариях, просто читеры. Они тут, наверное, все раскачали с помощью чит-энджина. Потом говорят, там зашел тут обменял. Я играю честно, только на скилле. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.